Друзья, сегодня вам покажу чудо-напиток, который вам поможет избавиться от кашля. Это чудо-метод. Запоминайте. Для этого вам понадобится яйцо, молоко, сода, мед и, конечно же, вот такая вот чашечка. Что мы делаем? Открываем яичко и добавляем сюда желточек. Берем, достаем соду. Нам надо понадобиться пол чайной ложечки. Вот такой вот. Высыпаем ее сюда. Можно немножко больше чуть-чуть. Доставили. Дальше нам понадобится чайная ложка медика. Достаем одну чайную ложку меда, бросаем и молочко, желательно комнатной температуры, пол стаканчика вот так вот наливаем. Затем это дело все хорошенько перемешиваем вот так вот, чтобы своя однородная масса стала. Так вот очень хорошо, медом будет проблема, если молоко холодное. И выпиваем этот чудо-напиток залпом, когда ложимся спать. И кашля у вас 100% не будет, и вы сразу почувствуете легкость. Пробуйте.